зал школьников – не что иное, как общее собрание перед разнарядкой. Маршрутные листы для очистки фасадов получили 28 средних школ Кировского района. В рамках общегородского месячника по благоустройству стартовала акция «Пожиратели незаконной рекламы». 28 школ, 435 человек, повторюсь. Я считаю, что это огромный такой задел для того, чтобы наш район привести в порядок и навести, и показать всем взрослым, какие они все-таки... Если расклеивают незаконную рекламу, чтобы им стыдно было. Получив необходимый инвентарь, ребята рассредоточились по территории района. Если за дело браться всем миром, то за полчаса можно привести в порядок внушительный участок. У нас достаточно хороший город с архитектурой, особенно в центре. И то есть ее явно портит реклама, объявления, то есть портит архитектуру, вид города. Поэтому ну, это как бы корежит немножко. Нам дают перчатки, скребок. И вот такими вот движениями мы соскребаем эту рекламу. Трудно это? Не очень. Ну давай, покажи мне, чтоб я научилась. Слушай, ловко у тебя выходит. А можно я тоже попробую? Конечно. Так, перчатки, скребок, спасибо. Ну что ж, попробуем внести свою лепту в очистку Кировского района. Трудна и неказиста жизнь человека, который решил побороть незаконную рекламу. Клеили эти объявления явно на совесть, но и мы не лыком шиты, и эти фасады мы очистим тоже на совесть. Совестливые и ответственные старшеклассники уже смотрят на город не как потребители, а как полноценные граждане нашего общества. И не просто готовы помогать благоустраивать родной город, но и исправлять собственные ошибки. Прошлым летом я уже подрабатывал расклейкой объявлений. И сейчас я понимаю, что работы, я расклеивал объявления, и вот сейчас я портил фасады, и сейчас я как бы отрабатываю то, что я наделал, я исправляю свои ошибки. К физическому труду на благо города хорошо отнеслись и мальчики, и девочки. Каждый находит в работе свои плюсы. Парни шутят, заодно и бицепсы можно подкачать. Девушкам другая радость – новые модные аксессуары, символичные и в тему. Хорошо проводим время, вот нам выдали шапку такую вот в честь вот этого митинга, так сказать, который сейчас проводится, пожиратели рекламы. Вот, и эту шапку я буду одевать каждый митинг, который будет проводиться в городе Самара. Если вы хотите стать участником программы и у вас есть свой собственный способ, как убрать и привести в порядок свой двор, школьную территорию или любую другую, звоните нам по телефону 202 11 22, и мы к вам обязательно приедем.